До Нового года остались считанные дни. И предпраздничные ароматы мандаринов и хвои уже витают в воздухе. А это значит, что сейчас самое время подумать, какие блюда украсят праздничный стол. В нашем сегодняшнем опросе мы решили поинтересоваться у саратовцев, какое главное новогоднее блюдо должно быть на праздничном столе. Накроем стол. Ну, скорее всего, это будет рыба, не курица, однозначно. Салатики, что-нибудь вкусное. Чтобы... Ну, нет, самый обычный классический оливье. У нас не будет новогоднего стола, потому что я работаю. Торт. Да, мы будем печь торт. Ну, еще пока точно не решили, но точно в форме елки. Макароны по-фрусски. Мясо обжаривается, крутится, обжаривается на сковородке. Туда с луком вместе. Отдельно макароны отвариваются, и потом это все добавляется в макароны. Вообще, я еще пока не думала. Единственное, что вот самое пока у меня в голове, это и как горячее пойдет, и как холодная закуска может быть скумбрия, запеченная в аэрогриле с домашним дымком. Конечно, мне кажется, вкуснее все равно оливье и под шубой рыба. Ну, как берешь селедку, чистишь... Селедка, потом лук, яйца, картофель, свекла обязательно. Все это майонезом каждый слой. Я люблю вообще-то салаты, как говорится, зеленый салат, чтобы были креветки, чтобы была рыба, чтобы, ну как, семечки немножечко, креветочек немножечко, ну и можно тунца. С лимончиком и безо всякого майонеза. Очень прекрасно. Ну и в этом году год огненного петуха. Наверное, обязательно нужен петух запеченный. Как оказалось, саратовцы уже вовсю планируют новогоднее меню. И с радостью делятся с нами своими рецептами. Мы взяли парочку на вооружение. Самое главное, чтобы новогоднее меню было не только сытным, но и полезным. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24».